Нам ведь, в общем-то, не нужны ни сокровища, ни медали. Лишь бы нас провожали на вокзале и встречали у метро. Лишь бы нас где-то очень сильно ждали и любили в нас худшие из сторон. А лучшее чувство в мире — скучать по кому-то и знать, что этот кто-то тоже думает о тебе. Пусть сейчас вы и далеки. Хоть свали в столицу, хоть смотри на мир из окна самолета, а лучшее место в мире — две обнимающие руки. Потому что дороже любых богатств тот, кто понимает твою боль, кто смешит тебя и не может оторвать от тебя глаз, тот, кто хотел, уже остался с тобой. Посмотри вокруг. Кто рядом прямо сейчас? Стоит только подумать о нем, а он уже в списке твоих входящих. Вы остаетесь близкими, куда бы вас жизнь ни заносила. Береги того, с кем можно быть слабым и настоящим. В этом человеке твоя сила.